это ее R. Остановитесь, это уже никак не может быть ее Руссо. Ибо в ее Руссо, вот после фазы как на Калипсо, вы начинаете, у вас переход идет вот так. Через эскуадру в Кубитале. И дальше вы раскручиваетесь в эскуадре на нормал. А не, делаете вот что-то типа такого. Старайтесь максимально раскрываться на кубитал. Блин, дома узко, пиздец. Это тоже не ее R, так как вы обязаны начинать заход как на Калипсо. Не позорьтесь, ради бога. Красиво, да? Под конец я завернулся через гиперсолей. Однако неправильно. Запомните, что оригинальный самый ее R, он же ее Руссо, делается именно раскрытием из-под турника, техника солейла. Если вам нравится такая вариация, не знаю, назовите ее гипер ее Руссо с употреблением вот именно этого гипера. Короче, ясен хер, кобры тоже быть не должно. Все, бля, хватит, я уже заебался. Бля, адский выпуск просто.